Здорово всем, дорогие друзья! На днях невольно стал свидетелем, а была такая очень странная ситуация, с которой я уже сталкивалась не первый раз вот в жизни, и ну, каждый раз, ну, когда я сталкивалась с подобной ситуацией, меня вот это, скажем, разом удивляет все больше и больше. Ну, то есть у меня в такие моменты возникает вообще такое недоумение, и невольно возникает вопрос, что, блядь, происходит сейчас. В общем, дорогие друзья, вчера я, ну как всегда, выходил там в магазин, в общем, и вот, ну, я живу в одном квартирном доме, в общем, выхожу я с дома, ну, то есть вышел со двора, вышел с дома, иду, ну, по двору чисто, и, ну, там вот эти ворота есть, ну, то есть, ну, калитка, ну как, в общем, вот это, ну, дверь в заборе, но которая там открывается на магнитный ключ, ну, то есть, чтобы там какие-то левые ноунеймы не заходили. Соответственно, ну, дорогие друзья, вчера я стал свидетелем вот такой ситуации, что, в общем, ну, прохожу там и вижу, сзади меня идет, ну, бабка там, ну, не знаю, либо, ну, бабка, либо женщина там лет, ну, 50-60, ну, в общем, я никогда не умел отличать людей, ну, по возрасту, и, в общем, я вижу, что спереди идет мужик, и вот эта, ну, бабка сзади меня, она видит, что он там начинает открывать, ну, дверь, ну, то есть, начинает, ну, бежать там со всей силы, нахуй, ну, то есть, я иду с абсолютной невозмутимостью, ну, то есть, с покерфейсом, ну, то есть, ну, по сути, там, а вот эта, ну, бабка, ну, то есть она сзади меня бежит там с такой скоростью, ну, то есть в прямом смысле вот так. Ну, то есть я здесь невольно смотрю на нее и охуеваю. Вот. Ну, то есть, ну, как будто она бежит не в дверь там обычную, ну, то есть не выход со двора, а, ну, как будто, ну там вот временно, там на несколько секунд открыт, ну, телепорт там в какой-то, не знаю, в какой-то утопический, ну, мир. Например, если в том, ну, мире, вот, например, даже инцел, ну, может найти тян. Если бы там действительно, ну, было так, я бы, ну, тоже там, ну, такой бы спринт бы, ну, побежал там, бля, со скоростью сверхзвуковой. Но нет, это всего лишь были обычные, ну, двери в заборе. И вот, ну, дорогие друзья, ну, вообще часто сталкивалась с вот этим, ну, вчерашней ситуацией, ну, просто, ну, добила окончательно, ну, то есть, всегда возникает вопрос, ну, то есть, нахуя люди, вот, видя, что кто-то спереди открыл дверь, начинают там со всей силы, сломая голову, ну, убежать, ну, типа, ну, как будто, бля, если они там выйдут, не знаю, на несколько секунд, ну, позже, то их там жизнь изменится, не знаю, там, на 180 градусов, ну, то есть, и я лично сам сталкиваюсь с вот этим очень часто, ну, то есть, ну, когда я иду, например, спереди меня кто-то вот, знаете, ну, как бы выходит, и он, видя, что я иду там, и в том числе я могу идти далеко не близко, они видят меня и, ну, как бы для меня, ну, держат дверь, ну, то есть, недавно, буквально, ну, 2 дня назад столкнулся с тем, что, ну, какая-то, ну, тян, мне, ну, держала, ну, дверь, ну, то есть, нахуя, спрашивается, ну, то есть, никогда вот этого не понимал, соответственно, у меня к таким людям вот такой вопрос, ну, то есть, во-первых, у меня вопрос к тем, ну, кому вот открывают, либо вообще-то они могут за 100-500 километров еще, ну, кричат, ну, типа, ну, подержите, ну, дверь, там, ну, подержите, то есть, да, я там понимаю, если, не знаю, там, ну, какая-то, например, ну, бабка-то может с сумками идти, там у нее заняты, ну, руки. Но чаще всего это обычные люди, то есть они идут, ну, без какого-то утяжеления. А, да, там многие сейчас могут написать, а может у них там ключа нет. Ну, нет, вот это со 100% вероятностью жители вот этого же дома, ну, то есть, и, соответственно, вот лично мне, ну, как социофобу, мне, наоборот, не то, что, ну, приятно, а мне
как бы наоборот, ну как бы не то что неприятно, но мне ну как-то неловко, но когда вот я иду, например, и кто-то видит меня там спереди, он начинает ждать вот меня, ну пока я подойду, даже если, не знаю, мне там за 100 метров идти, ну то есть они считают своим долгом подержать мне дверь, ну то есть нахуя, ну то есть еще там, ну, такое неловкое чувство, что нужно им спасибо за это говорить, хотя я их об этом не просил, ну то есть я, что, ну как будто у меня там рук, ног нету, например, я что, сам не могу себе на дверь открыть, да, ну то есть странная вообще вот такая вещь, ну то есть вообще много в жизни вот таких, ну, каких-то неформальных ситуаций, но когда невольно возникает вот такой вопрос, что за хуйня сейчас происходит, ну то есть либо это, ну, какие там заложены в людей определенные вот рефлексы, что они там начинают держать дверь, а те, кто видят, что им держат, ну, дверь, они начинают изо всех сил бежать, ну, то есть, знаете, вот, ну, такая пословица есть, ну, то есть, если, например, ну, поставить, ну, табличку, там, например, ебля в жопу, ну, бесплатно, то все там увидя слово, ну, бесплатно, станут в очередь, ну, то есть, и, ну, будут оправдывать вот это тем, что то якобы, ну, полезно, там, геморроя не будет, и, ну, для спины, ну, полезно, ну, то есть, ну, вот такой, ну, какой-то стадный инстинкт, ну, какое-то стадное чувство у людей, соответственно, вот, ну, когда кто-то, ну, показывает, что он, ну, кому-то открыл ворота, то, ну, тот, кто вот это случайно увидел, он, ну, как будто в ту же секунду готов, ну, побежать там, вот, знаете, ну, как бык там на красную тряпку, лишь, ну, потому что он вот это увидел, то есть, ну, бык увидел, ну, красную тряпку, а вот эти люди увидели открытую, ну, дверь, то есть, да, то есть, конечно, люди вот такие странные существа, и я очень часто их абсолютно не понимаю, ну, я их, ну, почти вы всегда не понимаю, но в такие моменты я их начинаю, ну, понимать, вот, ну, как будто мы там с разных, ну, планет, ну, то есть вообще. В общем, ну, было такое видео, напишите, что вы думаете, ну, по этому поводу. Если вам понравилось, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, до встречи, новых видео.